Тихо, тихо. И... Миллиардер кофе, у тебя все получится. Давай, есть, есть, Олег. Все, взял. Написано. Это кто написал, признавайся, пацаны? Это я, кофе. Нормально, я же говорю, не подайся. Три. Сейчас, я кошку уберу, секунду. Погоди. Ой, все, косяк. Всем здорово, дорогие друзья, с вами сегодня, как всегда, Кофи, Клинц, Хабер и Сережа Болотов. И сегодня мы, ребята, проходим, так понятно, тролль, то есть билдтест в GTA 5 онлайн. Всем здорово, ребята, вы будете народ! Да ты задолбал, в чем просто сказать быстро. А вот... Только я не ступал, ну какой... А, понятно, здесь, короче, тупик. Ну, в общем, ребят, вы знаете, да, что такое тролльские билдтесты, как бы вас знакомить, как бы с этим не обязательно, вы уже у нас и так все знаете. Я уже две проверил, могу сказать, какие не... неправильные. Какие? Давай. Олег! Предпоследняя стрелочка. Олег, ничего! А ты не мог раньше, Паш, сказать, что... А ты видел, где Паша проехал, да, Лёш? Спасибо, всем удачи, всем пока. Видишь меня, да? Пацаны, у нас соревнования так-то вообще-то, понимаете, да? Только не скорость, но вот ты последний пока. Я, подожди, это пока. А мы договаривались, кто последний, ой, у нас тот Олег. Так, понятно. Чего? А че это сразу вы меня последним считаете, кого? Пацаны? Вообще недооцениваете, понимаете? Вообще, да, кошмар. Мы тебя недооцениваем. Я тебя, Олег, переоцениваю. Спасибо, да, Паша. Ты... Спасибо. И я тебе лайки ставлю. А че за, за коробка со знаком этим вопроса? Прикол че? С первого раза. Я угадал. В смысле с первого... Красненькая, Олег, кофе, красненькая. Нееет! А там, короче, дырки, по которым надо ездить вообще-то. Оу, ноу, только не это. Мне вот, меня больше всего интересует, что вот за коробка вот эта. Со знаком вопроса. Или это не коробка? Или это... Или это что такое вообще? Нет, коробка! Опа! Я здесь? Сам например решили тебе подсказать? О, не-не-не, я сам! Давай, Олег, все будет хорошо, у тебя получится. Так, по крайней мере, заехал. Нет, обратно. Да, господи. Ну-ка. Олег, здравствуйте. Опа, реально по диагонали. Ну-ка, подожди дальше. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Ах ты, засранец, иди сюда. Ах ты, иди сюда. Я не особо понимаю, что здесь происходит. Давай. Отлично. Я думал, ты на Петрич, ты думал. Нет, все, Лёх, пока. О, Паш, привет. Ну, наконец-то. А что вы стоите? У нас соревнования. Ой. А где? Мы здесь стоим. Так а что у нас, типа, 2 минуты будет скинуть? Ну, походу, да. А что, подожди, а почему финиш уже появился? Я не знаю. Давай, полетели, бегом. Реально, мы, ребят, а почему, пацаны, чекпоинтов так мало? Я финишировал. Молодец. Все, ну, я просто появился. Или не финишировал. Не финишировал. Я тоже, все, это весь скилл-тест? Понятно. Все, ребят, спасибо, что сострелили. Да, все, ребята, спасибо большое всем. 14 сентября с 1 апреля, спасибо. 2-1. Ну шо, пацаны, сейчас-то я вас порву. Слушайте, а давненько у нас на самом деле маленьких вот этих машинок не было. Я уже даже по ним соскучился. Вот так что... У Хайпера ничего не получится, он нас не порвет, я уверен. Ну это-то да. Пацаны, по центру. Ой, блин, я уж подумал... что реально получилось. Ай, я так, назад, ладно, проверяем прошу. Дальше. Здесь по слишком центру. Много заездов, елки-палки. Так, заезжаем. Ну, они очень быстро что? Проверяют, нормально. Нет. Давай. Ну, не застревай, нет! Давай. Нормально. Опа, давай. Чего давай-то? Чего давай-то, Паш? Ну, можно по лицу пару раз. Не, вот это проверял. Блин, где не проверял? Или не проверял, я не помню. Так, вот это, по-моему. Нет, это я вот это проверял. Так, а может быть реально посередине, пацаны, не? А? Угу. Пацаны, может реально... А посередине не работает, я пошутил. Не работает посередине, да? Да. Понятно. Но вы там... А кто вы там проехал? Кто там такой доволен? Да, а, еще и Леха проехал! Вы... Да быстрее респонс, давай! Что-то там... дай проехать! Подвиньте! А он уже проехал! Да подвиньте, да дай проехать, ты че? Паш, нормально? Так, подожди, а здесь где вообще? Где Леха проехал? У меня есть 4 на пузике. Че такое, Лех? Он а почему чекпоинт не взялся, бредятина? Нет, почему? Сюда и... Спорить с этим конечно, не буду. Да почему? Да господи! Двигай своей жопой. И! Смысл, стой! Тихо. И... Миллиардер кофе, у тебя все получится. Давай, есть, Олег! Все, взял! Так, а дальше что у нас здесь? О, я понял. Да, Паша! Так... А, крыса! А, понятно, здесь надо, значит, я понял, здесь правильный этот путь надо выбрать, да? Не ожидал. Да?
Потом в принципе, дальше... как во всем этом случае. Да, а я прямо за Сережей буду ехать. Он-то знает, куда ехать, наверное, да? Или это нет? Это я вообще-то. Подожди, а, в смысле, вот, это ты, Лёх? Я черный, да. А, все, я понял. Я так, подожди, здесь, да. Мне кажется, Лёх, ты правильно сейчас поехал. А нет, у меня черная крыша только. Вот сюда, вот так. Блин, здесь такая дорога здесь неудобная. Направо, Олег, быстренько. Оп, давай. О, спасибо. Вот так вот. Так, еду, соседняя есть. Так, здесь, скорее всего, ну здесь прям высокая вероятность того, что... Да ты сам ехать можешь. Вот на что тут налево надо. О, да. Как я и говорил. Так, Павел Куэйтс, там, подождите, пожалуйста. Да, хорошо? Здравствуйте. Смотри, я тебе показывал с первого раза, как это делается. А, понятно, не покажу. Так, Паш, ты все тут проверить уже успел? Да нет, все пока что. Так, а что-то не проверял. Ты с левого края проверился, да? Справа да проверял, нет? А он слева поехал, значит, правильно. Нет. Нет, мне кажется, вот здесь вот. Я чувствую посередине. Я сейчас проеду, пацаны, отвечаю, смотрите. Да в смысле? Ну давай! Нет, это тоже не работает. Я все вообще проверил, Олег, ни одна. Что у меня такое ощущение, пацаны, что здесь мы не... Атеньки, иди сюда, парни, пока! Так, здесь что, куда вообще? Давайте попробуем здесь. Вот, за... Да ё-моё, опять вниз упал. Да что ж такое-то? Так, какие вопросы? Не падай, нет. Так, пожалуйста. Я не понял, Алексей! Пацаны. Соревнование вообще-то как-никак. Я сюда помню. Давай, пожалуйста, пожалуйста. Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Я проехал. Дальше, наверное... Предпоследняя слева, я понял. Дальше, здесь, в смысле? Наверное... Как понять предпоследняя слева? Не может быть. Я просил без читов. О, отлично. Да там все эти пацаны, на самом деле. Там 4 домика проверить надо, вы чё? Так я все проверил почти. Оу, а я уже дальше проехал, пацаны. Да сколько здесь выборов путей будет, я не понять не могу. Мразь. Вот петушня. Что такое? Это пазл меня столкнуло. А, так, значит, вот этот домик. Прошлая глава так закончилась. Это так же. Паша. Вот этот домик. Дальше вот этот домик. Ты понимаешь, да? Так, дальше вот этот домик. Отвечаю. Дальше, ладно, давайте в другой заедем. Вот этот тогда. Отвечаю. Опа, иди сюда. Так, дальше еду, пацаны. Так, ладно, хорошо, не этот труп. Наверное, вот этот справа с края. Ой, как угадал-то, хорошо! Так, ну, парни, слышите, я уже там, ну... А сколько там? А, 2 чекпоинта осталось пройти. Тут уже сейчас будет финиш, и первым приезжает кто? Правильно! Вот так ну, вот. Очень интересно. Вот так вот. Нет. Вот так вот. И... Батя победил, пацаны. Ну что, Олежек, я, собственно говоря, предлагаю сделать следующим образом. Я не понял, а что это на дирижабле написано? Это кто написал, признавайся, пацаны? Это я, Кофе, извини, пожалуйста. Понятно, спасибо. Пошел, это Сережа все сделал. Так, пацаны, ну это же тролль-скилл-тест, вы же понимаете, да? И наше соревнование продолжается, это третий, последний скилл-тест, друзья. Не-не-не-не, Паш, не понял. Алёша, вот Серёг правильно написал. Олег, вниз. Не-не-не-не-не-не-не-не. Даже не думай, даже не думай. Иди ко мне, мой слава. Так, а здесь какая у нас это? О, нет. Ой-ой-ой. Так, я всё понял, здесь еще эти говно. Ой, а как это? Сейчас я кошку беру, а то... Сейчас, погоди. Так, пацаны, смотрите, показываю, как это делать. Хорошо показал. Не, да, стой, подожди, стой. Я не собрался. Пацаны, просто показываю, смотрите. Заезжаем вот сюда. Да, кто блин, да. По диагонали, правильно. Моя школа. Да, что ж ты будешь? Что ты Вот сюда заезжаем. Здрасте. Нет, стой, да подожди. Забор покрасьте. Забор уже покрасили, Лёш. Потом. Так, отлично. Так, нет, не сюда. Так, возможно, сюда. Ага. Да, правильно. Ты чё? Ох, я тебя запомнил. Потом вот сюда. Потом нет. Опа, привет. Потом вот сюда, наверное, да? Нет, не сюда. Потом. Давай, оп. Вот спасибо, туда. Брат. Нет, стой! Всё нормально? Сейчас звук был как этот... ПНАФ, короче, у тебя, Олег, кофе, когда это с тобой. Я вроде смотрю. Нет. Да, Олег, всё, давай. Нет. Я буду шаться теперь. Сейчас всё, Олег. Нет! Не бодайся! Оп. Всё, Олег. Нормально, я ж говорю, не подайся. Так, Лёш, подвиньтесь. Спасибо. Так, погоди. Так, дальше. Ох ты ж, ничего себе! Это что так? Это откуда вообще взялось? Ну да. А, не сюда. Нет. Может, сюда?
Ну-ка. Подожди, не сюда. Не, направо, походу. Да идиот! Или вообще, слышь, может вообще сюда? Нет. Направо, походу. Нет. Может назад вообще? Спасибо, ребята. Нет. Так, миллиардер кофе, я сейчас еду к тебе. Куда? Ах ты, малой такой, ах ты, шкотник такой. Парни, ну извиняюсь, что подвиньтесь, я просто забыл, куда ехать. А дальше наискосок, да? Да. Ну давай! Значит, по диагонали. Нет! Стой! Да! Стой! А самолет убрать никто не хочет за собой? Нет. А ну-ка, пошел отсюда, давай. Так, здесь... Нет, стоп, нормально, здесь по диагонали надо. Ага. Да. Ну, и последний диагон. Я, кстати, пока что первый, надеюсь, так и будет. О! Проехал! Ура! Ура, 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 ура! Баночки эти, конечно, заставили помучиться немножко. Так, ага. Ладно. Выбираем вот это направление. Какой-то. Налево не ходим, поэтому налево поехали. Да, что ж ты? Серега, не да сюда быть... рядом. Серега, а что туда куда? Что не так, я не понимаю. И, пожалуйста. Так и знал. Себе аккуратненько вот так вот проезжаем. Ничего не задеваем, ничего не забываем. Тихо, спокойно. Так, ну здесь, скорее всего, налево. Да, потому что, ну, два раза мы уже... Так, нет, стой, погоди, уверен. Я так и знал. Я вот так и знал, что направо надо было повернуть. А ты не мог, Лёх, сказать, да? Вот. Нет. Ну, конечно. Вы мне не говорите ничего. Все время я должен говорить. Пусть и вы, я всегда говорю. Я вообще-то всегда все говорил, слышишь? Да, и толкаюсь. Чего? Я на предыдущем скилл-тесте все говорил, куда ехать надо. Да, я что-то ничего не помню. Говна! Пришел первый. Что ты сказал? Сказал еще раз. Нет, это были нераздельные звуки. Ничего не говорю. Знаете что, пацаны, вот я просто могу сказать, что я сейчас не лох. Почему? Ну как тебе сказать? Потому что я к финишу лечу. Так лети. Лети, Лех, лети, а то еще не долетишь. Сергей, идите, пожалуйста. Ясно, ну понятно. Так, это я понял, не сюда. Значит, наверное, вот сюда. Нет? О, финишировал. Стой, ладно, хорошо. Паш! О, Леша, ты же смотришь, да, за мной? Ну-ка, куда ты? Ну, давай, я тебе помогу, Паш. Ясно, я... Все понятно. Это... вот оно, я понял. Так, а дальше куда? Так, теперь смотри, до конца доезжай и задом... Какие засранцы. Вот вы ушлепки, пацаны, а. Ну нельзя же так! Пожалуйста. Давай, путь это тот проезд. Пожалуйста. Да ну почему? Это тот проезд. Это 100%. Все, я уверен. Да в смысле это... Почему? Быстрее! Еду. Не понял. Ты сейчас там неправильно прошел, понимаешь? Да куда быстрее? Хайпер! Последняя слева! И потом слева! Предпоследняя слева, это вот сюда? Предпоследняя слева, да-да-да-да-да. Вот сюда. Быстренько, и там налево. Не, давай, сука, быстрее. Я уже лечу на парашюте, парни. А сейчас ты куда? Налево. И все, на парашюте надо быстренько лететь. Постарайтесь без парашюта долететь сначала. Я без парашюта быстренько долетел, и все. Давай, Паша, в тебя верю. А он уже пенсировал, тварь. Ну что ж, друзья, вот такая вот серия у нас сегодня получилась. Я надеюсь, она вам понравилась. Вы, как всегда, влепили свой царский драгоценный лайкусик и вы отписались на все наши каналы. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Кофе, Клейнс и Хайпер, Сереж Вода. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока, ребята, F9 летит.